Друзья, вы знаете, если кому-нибудь
кому-нибудь будет грустно, да, в жизни, вот очень много пар сидит, да, но если вы поссорились или что-нибудь такое, да, пришлите хотя бы друг другу маленький красивый смайлик. Друзья, под ваши бурные аплодисменты, смайлик! Yeah.
Девочки, девочки, а я хочу задать вопрос. Кто еще в девках, а? Кто еще в девках? Поднимаем ручки. Успокойся, ну. Успокойся. Боже, Куценко вылез. Слухай. Кто в девках, девочки, а? Поднимаем. Спасибо. В этом году, чтобы у каждого нормального, как говорится, у каждой нормальной женщины был бы свой мужик, как говорится, прискакал на белом коне. Вот. Так что, девочки, Вера, я буду только выступать в Кремле. Ну да. Понятно, да? В Кремле.
хочу, вы знаете, ну реально, да? Ладно, иди. Иди, становись. Ну да. Я не знаю. Ну похлопайте тогда уже. Первый раз такое, друзья, первый раз это выступаю на свадьбу. Первый раз такое. Нормально. Здоровье, конечно, было бы, да? Здоровье очень нужно, очень. Бэйби. Очень хочу бэйби. Да, желаю бэйби, да, бэйби. От кого? От тебя. От Киркорова еще скажи, с пробирки. Слушай, друзья, так вот, и чтоб в вашей жизни было бы все. Хорошо! Хорошо!
хорошо, все будет хорошо. Ой, чувствую я, девки, загуляю до субботы, точно хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо. Ой, чувствую я, девки, загуляю. Друзья, не знаю, вы устали или нет? Нет! Вы устали, да? Нет! Вы знаете, есть такая ситуация, вы знаете, Украина, конечно, я с Украины, я с Полтавы. Вот. Вы знаете, я хочу спеть одну песню, называется «Гулянка». Чтоб не мерла Украина, друзья, под ваши губы аплодисменты!
Друзья! Ну что, друзья, до новых встреч! Было очень приятно, очень классно, очень супер! Такие все интересные! Я не знаю, можно хлопать громче? Я не слышу, друзья! Yeah.
Кстати, тут мы сейчас принесем торт.